Всем привет! Дома лучше, и с этим трудно поспорить. Тем более, что и большинство организаций культуры подготовили онлайн-программу. О некоторых проектах расскажу вам прямо сейчас. С 25 октября на портале городского проекта «Самарское детство» работает городская онлайн-смена «Самарские каникулы». Школьники смогут посмотреть художественные и познавательные фильмы, заняться творчеством, например, нарисовать скетчи, сделать аппликацию, побывать на мастер-классе по изобразительному искусству, и все это не выходя из дома. Также участникам предлагают выполнить комплекс спортивных упражнений, спеть в караоке, освоить новую стильную прическу и увлекательно провести свое свободное время. Все мероприятия и активности проекта учитывают возрастные особенности детей и подростков. 4 ноября, в День народного единства, участники проекта в интересной и познавательной форме узнают об истории праздника, а участники творческих коллективов подготовят праздничный концерт. 7 ноября – торжественное мероприятие «Парад памяти», посвященный военному параду 41-го года. Участникам смены представят курс мини-лекций, посвященных параду 41-го года. Как насчет классической музыки? Самарская филармония представляет онлайн-концерты. 4 ноября ко Дню народного единства представляют трансляцию концерта Академического симфонического оркестра под управлением народного артиста Российской Федерации Михаила Щербакова. Несмотря на расстояние, Ночь искусств в Самаре все же состоится онлайн. В областной библиотеке подготовили программу «Искусство объединяет слово и живопись». Лекции, аудио-выставки и арт-проекты – все это на экране вашего смартфона. Традиционную Ночь искусств в виртуальном пространстве организуют и в художественном музее. Организаторы обещают, что, несмотря на онлайн-формат, эта ночь не станет менее насыщенной. Зрители окажутся в плену мистерий. В программе кураторский показ одноименной выставки Валентина Пурыгина, фото-выставки «Магия балета» и «По пурыгинским местам» вчера и сегодня. Онлайн откроют новую выставку «Собрание сочинений том 30». Авторы, художники из Санкт-Петербурга, готовили ее целых 2 года. На Ночи искусств проведут мастер-класс по рисунку, а в финале концерт от самарских музыкантов. На этом все. Всего вам доброго. Берегите себя и помните, дома лучше. Пока-пока.